сегодня будет погода. Пока замечательно держится. Вот мы немножечко набираем высоту над Мицпешкой. Тут у нас все в порядке. Тут в порядке, инструменты немножко перекручены. Ну ладно, бывает. Не страшно. Ну вот, я включил варик, пускай мне немножко где-то попищит. Вывалились. Пойдем в другую сторону, значит. Вот так выглядит Мицпе-Рамон сверху. Вот такой вот кайф. Полеты в динамике, собственно. Вот я сегодня какой, 8 или 9 января. 2 февраля. Что ж такое? Для февральских полетов очень неплохо. Да-да-да. Как раз только самолета то нам и не хватало. Вон поехала Светка с Олей за Ромкой. Он висел на самолете. Я направляюсь на восток, в сторону Мертвого моря. Внизу Мицпе-Рамон, поселочек. Можно летать пока. Вот одна смотровая
идет, пока держит. Телефону. Кто-то считает на самолете. Где он? Вот. Вот он подо мной. Набираем. Для 9 февраля так очень даже и неплохо.